Каждые 5 лет мы собираемся в июне месяц на встречу с выпускниками нашего класса. Я со всей уверенностью могу сказать, что сильнее наших ребят и девчат не было и не будет. Это Лещук Семен, Рощиня Алла, Шевчук Миша, Манилов Юра, Гуреевич Феля, Захарутина Зина, Тесенки Лобаль и многие другие. И все мы стали теми, кем стали, благодаря нашим славным учителям. Огромное им земное спасибо. Я вас всех люблю. Выпускник 1967 года, генерал-майор авиации в отставке Петров Алексей Николаевич. Поздравляю педагогический коллектив ветеранов школы и ее нынешних учителей с такой знаменательной датой. Я тоже стала учителем, в большей мере, конечно, под влиянием мамы. Она в те годы, 1979-1982, работала в РУНО и прошли самые сознательные годы. Хорошо помню Людмилу Шишицева, уважали и побаивались. Уроки русской литературы Кашлыча Константина Адамовича, уроки математики Чарун Ольги Ивановны, химии Савченко Анастасии Ефимовны. У доски всегда стояло 6-7 человек, не учить было невозможно. Очень хорошо помню я Ильичука Ивана Григорьевича и его коронную фразу. Ну что ж, плохо знали, да хорошо забыли. А его требования к чрезвычайной остроте карандаша или неприятие вплоть до умывания к любой косметике. Сейчас вспоминается все это с теплотой. Всех помню, всех люблю. Ольга Кобылянская, Украина, Одесская область, Волга. А сейчас, дорогие гости, для вас поет Парфенова Вероника. Как и Юрий Григорьевич, как
Анна Петровича, низкий поклон вам, уважаемые педагоги. Помню приятного жанра нашего, Людмилу Павловну. Здоровья вам всех и благополучия, Людмила Андреевна. Но это никого не помню, дело же Людмилу Ильясову. Здравствуйте, Сибонщик. Здравствуй, третья школа. Пишет вам выпускница 1970 года. Класс руководителя. У нас был кошачий Константин Адамович. Это было чудесное время. Мы все очень дружили. Были сердце, кружки. А еще в этой школе работал мой отец, учитель физкультуры, Голубович Михаил Григорьевич. Я думаю, что многие выпускники этой школы его еще помнят. Вместе со мной в 10 классе училась и моя сестра. Мы очень часто вспоминаем наши школьные годы. Очень хотелось бы, чтобы выпускники нашего класса, нашего выпуска откликнулись. Наилучшие пожелания всем выпускникам и учителям третьей школы. Фаина Григорьевич, Голубович, Израиль, Ашдод. Уважаемый выпускник Иван Григорьевич, сегодня после линейки я разговаривала с Сережей Максимовым. Вам горячий привет из Москвы. От вашего выпускника, от моего одноклассника, который, к сожалению, не смог приехать, потому что очень занят по работе, но он передает вам самые наилучшие пожелания. Что молодым поколением творчества большим. Школа помнит всех учителей. Они детей с любовью обучали. И в свой 50-летний юбилей мы многих вновь сегодня повстречали. Мы рады приветствовать в зале учителей, которые работали в нашей школе с огромным открытием. Это Дубинчик Анна Федоровна. Я хочу вас пригласить для того, чтобы вам вручили цветы. Чуклара Тунзика. Шур Игорь Григорьевич. Чудова Лариса Тимофеевна. Шур Галина Антоновна. Более 30 лет отдали школе Гудов Григорий Дмитриевич, Лещук Иван Григорьевич, его сына Лидия Сергеевна, Защита Галина Сергеевна. Очень долгое время проработали в школе Чудовка Марина Григорьевна, Костюрович Григорий Павлович, Кленова Диана Кузьмич, Дорошкевич Катерина Станиславович, Нагаяновская Вера Васильевна, Дубовик Анна Владимировна, Новикова Эльза Захаровна, Львова Нина Никитична, Щапова Нина Васильевна, Кочинович Мария Степановна, Тальян Тамара Андреевна, Близнук Софья Михайловна, Курьянова Надежда Борисовна, Генулян Александр Алексеевич, Невашинева Алла Николаевна, Жук Василий Филиппов, Снисаенко Тамара Михайловна, Никулич Татьяна Антоновна, Пичкова Ольга Андреевна, Ключкина Наталья Александровна. За что вам Татьяна Анатольевна? Сегодня передали от Галины Казимировны Казаковой. От всей души поздравляю педколлектив выпускников третьей школы с юбилеем. Желаю всем праздничного настроения, крепкого здоровья, профессионального мастерства. Всегда шагать в ногу со временем. С вами считаюсь. Вас уважают, и ветеранами вас называют. За обу, за то, что школе верны, за то, что душевной силой полны. Но душа у того молода, кто с молодыми рядом всегда. Не составитесь, никогда, никогда, никогда. И для вас, уважаемые учителя-ветераны, звучит песня в исполнении военного оркестра и учителя технического труда Корбана Юрия Петровича. Thank you.